Итак, в эфире Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. Сегодня третий урок по теме йога-антивирус по версии моего друга и учителя Андрея Сидерского, Андрея Владимировича Сидерского, который в начале, комплексы по повышению резистентности организма уже лет, по-моему, 10 существуют такие простенькие комплекты. Мы их на следующей неделе, наверное, поделаем. А усиленный, когда вот ковид, всех начали пугать ковид, усиленный комплекс он выпустил сколько лет назад? В 19-м, когда ковид, в 20-м был, в 21-м, в начале ковида. Мы его сейчас сделаем. Первый, еще раз повторюсь, кто новенький, будет первый сет 9 повторений, второй сет 6 повторений, третий сет 3 повторения и четвертый сет 1. Соответственно, чем больше повторений, тем проще сет. Усложнение, уменьшение количества. Ну и последний сет, 4-й, 19 асан. Подряд на вдох, на выдох. Там вдох, выдох, переход. Такие переходы не плавные, не такие, не как обычно, что там вдох, там потянулись как-то, шагнули, что-то еще сделали. А такие бодренькие. Сделали, зафиксировались, хоп, перешли. Сделали, зафиксировались, перешли. Поехали. Начинаем с тишины. Просто сидим, такая минутка дзен-буддизма, просто сидим, шикантаза, наблюдаем за своей позой, наблюдаем за весом тела, за телесными ощущениями, вес тела, позвоночник, легкий верх, процесс дыхания, можно сразу, кто йогой занимается, сразу же такое легкое уджайи, дыхание от живота, живот, ребра, ключицы, полное дыхание. Сейчас я на это акцент не делаю, но по умолчанию мы начинаем расширяться на вдохе и стекать точки опоры на выдохе, позволяя стекать всему, что нам не нужно, позволяя выходить, выдыхаться, отпускать все, что, за что мы держимся по жизни, что нас отягощает в движении вперед. Зацепы, привычки, навязчивые идеи, концепции, мысли, все, что... Вот я в предыдущей статье там опубликовал, увидел Будду, убей Будду. Все, что может мешать осознавать себя как, осознавать сам факт, что я осознаю, да, осознавать себя как осознающее существо. И не было, чтобы искажений. То есть, как только появляется идея, такое преломление, это в практиках там даосских и прочих учителя называют таким озером или прудом, озером. Вот если озеро – это наш ум. Если волна есть, то идет искажение изображения, искажение того, что там внизу, вверху, отражение. Как только мы делаем такую гладь озера или наш ум ровненьким, отражение, с меньшими искажениями, а если совсем сделать, такой в нолик превратиться, то можно увидеть, кто я и что я хочу. Небольшая разминочка сегодня будет, совсем небольшая. Давайте встанем. Прям очень небольшая. Ножки вместе. Дыхание уджайи. Руки через стороны вверх, вдох. На носочках потянулись. Так, что-то я
коврик как-то не так положил, в потолок упирается, выдох, вдох, на носочках потянулись, выдох, кончик языка на верхнем небе, напоминаю, дыхание уджая, вдохе и выдохе мы звучим, звучим, выдох. Звук О на вдохе можно произносить про себя. Потянулись. И звук А на выдохе. Руки вперед и в прогиб. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И руки вперед и в сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Раскрываем грудную клетку. Вдох. Выдох. Продолжаем боковые линии. Вдох. Выдох. Наполняем вот эти бока, боковые линии силой, энергией. Подтягиваемся. И вдох делаем. Вот правым легким, если правый локоть вверх. Выдох. И левый легкий, левый ноздря. Вдох. Выдох. Рука дальше идет. Вдох. Выдох. С удовольствием тянемся. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ноги ширина таза. Ну, традиционная. Вот эти пустые рукава. Или руки как плеть его запускаем. Заглядываем за спинку свою. Хорошо. Теперь руки вперед-назад. Бросаем руки. Подняли, бросили. Подняли, бросили. Развернулись, развернулись. Развернулись, развернулись. Покрутили. И 4, 5, 6. В другую сторону одновременно. Две руки. 4. 6. Угу. Хорошо. Вот такое движение. Давайте сделаем вдох. Задержка дыхания. Щеки надули. Хорошо. Выдох. На колени ладошки прогнули, вдох. Скруглились, выдох. Прогнулись, вдох. Выдох. Прогнулись, вдох. Выдох. Прогнулись, вдох. Выдох. Прогнулись, вдох. Хорошо. Садимся и... Сейчас сразу же разминаем полностью и стопы, и все ножки, и спинку в традиции пихарской школы с вами Сиддхинанда Сарасвати. То есть мы вот таким образом
гуськом. Давайте, можно руки за головой. Попробуйте походить по своему коврику. Походить. Попрыгать. Хорошо. Садимся на коленочки. Поднимаем коленочки на вдох. Натягиваем стопы. Выдох. Натянули вдох. Выдох. Натянули вдох. Выдох. Сели на пальцы. Угу. Пальчики. Теперь нам нужно перекатиться через пальцы ног и подняться. Стойка на ногтях. На ногтях стоим. Хорошо. Натянули хорошенько. Подвигали ножками. Хорошо. Стопы на полу, носочки на себя. На пятках стоим. На носочках. На пятках. На носочках. На пятках. На носочках. На пятках. На носочках. Садимся. И немножечко шею еще. Покачаем вправо-влево. Как я уже сказал, разминка такая короткая, чтобы разогнать кровь. Но основной как я писал, бонус, ну принцип, давайте покрутили головой. Принцип работы комплекса – это физическое воздействие на тело, изменение каких-то вибрационных составляющих, ну, по мнению мастера, конечно. Я исследования не делал, не видел, но мы будем пробовать вот после, и после комплекса чувствовать, что поменялось в ощущениях, в объективных ощущениях. Вот посидите, мы сейчас сидели до разминки, теперь давайте сейчас посидим. Почувствуйте, что поменялось после разминки. Понаблюдайте за своим состоянием. И мы приступаем к первому сету. Первый сет простой. Положение лежа меняется на положение Буджангасана, кобра. Каждый сет будет начинаться вот с такого положения. Легли, ножки вытянули, сделали вдох, выдох, потянулись вперед, вдох, под плечи, руки, выдох, приподнялись, раскрылись, вдох, опустились, выдох, вытянулись, вдох. Под плечи выдох. Вдох. Выдох. Три вдох. Руки вперед. Выдох под плечи. Вдох. Выдох. Четыре вдох. Вытянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Вдох. Стараемся ягодички поджимать, не заламывать поясницу. Выдох. Спиной работаем. Вдох. Выдох. Вот сначала легенько приподнялись, потом вдохнули. Очень мягко. Не нужно никуда
себя кинуть. Выдох. Всем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 8 вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 9 вдох. Выдох. То есть вот такие варианты не надо делать, да? И там как-то проламываться. Таз на полу, опустились, выдох. Голову в сторону, отдыхаем. Голова на боку. Глубокий вдох, длинный выдох. Голова в другую сторону. Хорошо. Исходное положение. Так. Да, исходное положение. Голова внизу, ладони под плечи, делаем вдох. Вытянулись, выдох. Ладони под плечи, вдох. Выдох, прогнулись. Голова, подбородок, грудная клетка в пол, вдох. Поднимаемся. Выдох. Ноги вместе. Руки за пятками. Вдох. Выдох. Отсюда опускаемся. Тазом вниз, колени в стороны. Вдох. Голова к колене. Ой, голова к пальцам ног. Тянется. Выдох. И отсюда таз приподняли. Бакасана, вдох. И вниз опустились, бакасана, выдох. Хорошо. Делаем ровно так, как получается. Вдох. Второй раз. Выдох. Вытянули, вдох. Выдох, руками оттолкнулись. Вдох. Выдох. Поднимаемся, вдох. Выдох. Вдох. Опускаемся вниз. Руки назад. Выдох. Вдох. Бакасана. Выдох. Вдох. Сгибаем локти. Выдох. Вдох. Третий раз. Выдох. Руки вперед. Руки под плечи. Вдох. Выдох. Прогнулись. Вдох. Выдох. Встали. Вдох. Выдох. Сели. Вдох. Спина натягивается. Выдох. Бакасана отсюда. Вдох. Согнули. Выдох. Хорошо. Четвертый раз. Вдох. Выдох. Руки вперед. Вдох. Руки, выдох, прогнулись, вдох, выдох, встали, вдох, наклон, выдох,
Сели, вдох. Голова в пол, пальцем идет. Подняли таз, бока сана, вдох. Выдох. То есть бока сана, если не получается, пальцы на полу, пробуем. Попытки делаем, куда тело пускает. Вдох. Выдох, вытянулись. Вдох. Так. Еще раз. Руки вперед, вдох. Потянулись. Выдох. Вдох. Прогнулись. Выдох. Потянули из вдох. Сели. Колени в стороны, выдох. Покасано, вдох. Выдох. Согнули локти. Угу. И шестой раз, вдох. Руки вперед. Выдох. Вдох. Выдох. Меняем. Вдох. Выдох. Садимся. Вдох. Выдох. Переходим в бакасану, вдох. Выдох. Хорошо. Ложимся. Голова в сторону. Отдыхаем. Вдох, выдох. Голова в другую сторону. Третий раз. Три повторения сета. Ладони под плечи. Делали выдох. Руки вперед. Вдох. Под плечи, выдох, оттолкнулись. Дарника асана. Поза ребенка. Вдох. Ладошки вместе. Выдох. Приподнимаемся в буджангасану. Таз вперед. Вдох. Выдох, сели. Сидим, повернулись в одну сторону, вдох. Легли, выдох. Ладошки вместе, вдох. Поднимаемся, руки на пятки, выдох. Прогибаемся, вдох. Выдох. В другую сторону, вдох. Повернулись. Выдох. Поднялись. Лодыжки взяли, вдох. Вытянулись. Выдох. Легли. Вдох. Взяли себя за... Вот за лодыжечки. Выдох. Поднялись. Прогнулись, вдох. Выдох. Бакасана. Вдох. Выдох.
Верхний вариант. Выпрямили руки, вдох. Хорошо. Выдох. Легли. Второй раз. Вдох. Руки вперед, выдох. Ладони под плечи. Вдох. Легли. Выдох. Ладони вместе, вдох. Поднимаемся. Выдох. Пятки взяли. Прогиб, вдох. Сели. Выдох. Повернулись, вдох. Легли. Выдох. Ладошки вместе, вдох. Ладони на пятки, выдох. Поднялись, вдох. Сели, выдох. Развернулись, вдох. Выдох. Встали. Вытянутый наклон. Ладошки, руки на ногах, вдох. Выдох. Легли. Вдох. Выдох. Бакасана, вдох. Выдох. Выпрямились руками, вдох. Хорошо. Выдох. Легли. Третий раз. Вдох. Выдох. Вытянули руки. Вдох. Под плечи. Выдох. Легли на коленочки, на бедра. Вдох. Расслабились. Ладони вместе. Выдох. Вдох. Взяли себя за пяточки. Выдох. Толкнули, вдох. Выдох. Сели. Развернулись, вдох. Легли. Выдох. Ладошки вместе, вдох. Пятки. Выдох. Таз. Прогнулись, вдох. Выдох. Развернули в другую сторону. Вдох. Встали. Выдох. Вдох. Легли. То есть можно более так шустренько переходить. Выдох. Прогнулись. Вдох. А можно так медленно. Нога за ногу, выдох. Ну, не медленно, а так корявенько немножечко, да? Вдох. Бакасана. Выпрямили руки, выдох. Вдох. Легли. Голова в сторону. Руки вдоль туловища. Делаем глубокие вдохи, выдохи. Восстанавливаем дыхание, поворачиваем голову на другую сторону. Хорошо. Сейчас один прогон будет, 19 форм, фигур, асан, с фиксацией небольшой и дальше. Фиксация небольшая и дальше идем. Непрерывный поток дыхания поддерживаем. Поехали. Начинаем.
Ладошки под плечи. Вдох. Выдох. Руки вперед. Вдох. Вытянулись. Выдох. Встаем. Ноги на ширине таза. Ладошки под ступнями. Вдох. Выдох. Хорошо. Садимся на коленочки. Вдох. И, не касаясь головой пола, прогибаемся на локтях. Выдох. Прогнулись. Вдох. Таз между пяточек положили. Прогнулись. Выдох. Теперь поясницу в пол по возможности. Вдох. Поясница на полу. Колени и голова вверх. Выдох. Вытянули ножки. Вдох. Или любым другим способом. Руки за головой, ноги наверху. Выдох. Вдох. Опускаем. Ноги за голову. Выдох. Вдох. Хорошо. Возвращаемся теперь вот в такую матья асану. Вот в таком положении. Беремся за лодыжки и приподнимаем грудную клетку. Макушка в пол. Вдох. Таз и макушка на полу. Выдох. Теперь ноги бабочкой. Вдох. Бабочка. Выдох. Хорошо. Отталкиваемся локтями. Переходим. Переходим опять в плуг. Вдох. Выдох. Возвращаемся теперь уже на коленочки. И вот эту штуку делаем. Вдох. Выдох. Двумя руками. Теперь поднимаемся в пирамидку. Вдох. Опускаем голову вниз. Выдох. Вдох. Зафиксировали. И теперь переходим вот в такую позу. Выдох. 8 точек на полу, но ножки приподнимаем и берем себя за голени. Вдох. Выдох. Хорошо. Носочки вытягиваем. Беремся за носочки. Вдох. Выдох. Опускаемся. Садимся в бабочку. Вдох. Выдох. В бабочке прогиб. Вдох. Посмотрели ее. Наклонились вперед. Выдох. Поменяли позу. Вдох. Ножки в стороны. Выдох. Опустились вниз. Вдох. Наклон. Выдох. Все, фиксация произошла. Дальше вдох. Мостик замкнутый на спине. На лопатках. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Опустились вниз, выдох. Теперь полный вариант мостика. Ладони под плечи. Оттолкнулись. Вдох. Выдох. Опустились вниз. Ножки вытянули. Руки руками и головой потянулись вверх. Вдох. Тянемся, тянемся, тянемся.
Выдох. Хорошо. Меняем позу на железный мост. Стопы возле таза. Приподняли таз. Руками, кулаками, плечами упираемся в пол. Ножки на полу прямые. Дуга. Вдох. Пятки и грудная клетка на полу. Выдох. Ноги согнули, опустили. Таз, вдох. Сели. Выдох. Ягодицы назад. Вдох. И захватили пальчики. Выдох. Дышим по Шимотанасане. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Ножки пригибаем, живот на бедрах. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Семь вдох. Выдох. Восемь вдох. Выдох. Девять вдох. Выдох. Десять вдох. Выдох. 11 вдох. Выдох. 12 вдох. Выдох. 13 вдох. Выдох. 14 вдох. Выдох. 15 вдох. Выдох. 16 вдох. Выдох. 17 вдох. Выдох. 18 вдох. Выдох. Поднимаемся. Перекрещиваем ноги. Ладони на коленочках. Наблюдаем. Наблюдаем, что поменялось, какое состояние сейчас тела, эмоции, психическое состояние, состояние ума, состояние каких-то тонких оболочек, вот, как чувствуется пространство вокруг тела, внутри тела. Наблюдаем. Ложимся на спину. Ложимся. Перекрещиваем ноги. Перекрещиваем ручки вот здесь. И делаем 9 дыханий, 9 втягиваний живота. Делаем вдох. 9 пустых удиян. Выдох. Тянули живот. В
Два вдох. Выдох, дышим животом. Тянули живот. Три вдох. Выдох. Тянули. Четыре вдох. Выдох. Тянули. Пять вдох. Выдох. Тянули. Шесть вдох. Выдох. Тянули. Семь вдох. Можно после выдоха такой мягкий массаж делать втянутого живота. Выдох. Пальчиками перебираем. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. И теперь после выдоха втянутый живот попробуйте вот так приподнять чуть-чуть голову и посмотреть, появляется ли жгут на ауле. Выдохнули. Эти вот продольные мышцы живота, они включаются после выдоха. И отпустили все. Ноги ширина таза, руки. И сделали несколько глубоких вдохов и выдохов. Как вздохи облегчения. Вдох и выдох облегчения. Как вздохи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Потянулись во все стороны. Сжимаем, разжимаем пальцы и ног и рук. Крутим кистями. Хорошо. Соединили ножки, потянулись вперед. Сели. Считываем состояние. Есть ли ясность, легкость? Какой-то эффекты необычные. Там в ушах, в голове, в теле. Ну, в общем, я закончил сегодня. Всем прекрасной пятницы, хоть и дождливой, вот у меня мансардное окно барабанит, но я думаю, у нас состояние внутри, и мы его формируем изнутри. Прекрасных выходных и до следующей недели. Спасибо. До встречи. Поднимите пальчик, кто дошел до финиша. Кто смог дойти. Хорошо. Спасибо.